И всем таким образом сегодня вечер завершается. Но, правда, организаторы вечера немножко не рассчитали, затянули. Много времени прошло. Но, видите, в зале никто не устал. Попробовал бы кто-нибудь устать. Ты неправильно говоришь. Ну, хорошо. Если кто-то оспаривает, я, например, не устал. Представьте, просидев столько, я еще здесь выступаю. А я устал. А он устал рядом со мной стоять. Ну, потому что у нас разные профессии. Моя профессия такая, что я не могу уставать никогда. Если кто-то устал, все равно сегодняшний этот вечер, посвященный юбилею Мюслима Магомаева, это прекрасная страница культурной жизни Азербайджана. Я смотрю, здесь по существу весь свет искусства, культуры Азербайджана. Это меня радует. Радует, что и сегодня у нас культура живет и развивается. Искусство живет и развивается. Люди, посвятившие себя этой профессии, искусству, хотя они терпят много трудностей, я знаю, но все равно они преданы своей профессии. Они двигают наше искусство вперед. Они создают новые произведения. Вот для нас было приятной неожиданностью. То есть я хочу иметь в виду, что как наш народ уже привязан к искусству. Азербайджанская республика развивается. Искусство всегда пользовалось и пользуется здесь большим авторитетом. Окружены вниманием государства, президента. И вот это сегодняшний вечер является ярким подтверждением моих слов. Азербайджан.